Спорта в печатных изданиях и электронных СМИ должно быть больше, уверены организаторы Омской школы спортивного журналиста. Бесплатный курс теоретических и практических занятий уже пожелала пройти 72 слушателя. Очень давно хожу на хоккей, очень люблю этот вид спорта. Часто делаю замечания тем, кто пишет о спорте. А в связи с этим мне было предложено в одной из газет вести колонку. Но так как знаний мне однозначно не хватает, и тут вот как раз вот подоспела эта школа, я решила сходить. В программе школы запланированы уроки по теории спортивной журналистики, дизайну и верстке газеты, менеджменту спортивных СМИ, а также занятия по специфике работы на телевидении и в интернете. Экспертами школы выступят редакторы, издатели, руководители омских СМИ, известные блогеры, а также представители власти и бизнеса, связанные со спортивным сообществом Омской области. Кроме того, организаторами запланированы встречи с именитыми спортсменами и руководителями спортивных клубов региона. Чем больше у нас будет профессиональных журналистов, которые работают и для себя, и для изданий, тем вопросы спорта будут все более актуальны, и мы этой идеей сможем заразить максимально большое количество людей. Уже сегодня, по оценкам Министерства спорта, порядка 20% омичей активно постоянно занимаются спортом. И будет здорово, если мы эту цифру доведем там, до 30-40%. По окончании курса обучения все слушатели получат сертификаты Омской школы спортивной журналистики. Не исключено, что кто-то из выпускников пополнит пресс-центры Сочинской Олимпиады, Казанской Универсиады или Чемпионата мира по футболу уже в ближайшие годы.